Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня у меня последнее видео из серии моей закупки наборов Joy Sunday на AliExpress. И здесь в основном, не в основном, а зимние сюжеты. Все видео я снимала, в общем-то, в один период за 3 дня. Но выходить они, естественно, будут не каждый день, а будут выходить раз в неделю, я так думаю, где-то в такой периодичности. Поэтому это видео вы, наверное, уже смотрите осенью. Поэтому не удивляйтесь, что опять вокруг у меня цветы чернобрывцы, и я на даче. Вот такие вот наборчики чудесные. Опять-таки, кто не видел, кто только первое мое видео смотрит. Эти все наборы я купила у продавца, который мне очень понравился своей пунктуальностью. Я заплатила вечером за заказ. Утром заказ был уже отправлен. 18 дней он шел до Киева. Всем довольна. Получила на новой почте в Киеве. В огромных таких пакетах пришли. Мне 2 заказа у меня было. Двойной пакет был, и на каждом пакете была маркировка, листовочка наклеена, и там были фотографии каждого набора, который был в посылке. Первый раз у меня такая отправка из Китая. И вот такие вот наборчики, ценовой диапазон, самый дорогой набор, вот этот вот с оленями, $7. Пейзаж $5. Ну, вот эти зимние сюжеты по 3,40, вот до $4. Я считаю, что это очень хорошая цена. Таких цен даже в Китае нет. Это только со скидками. Здесь было 45% скидки, до 45%, смотря на какой набор. Вот. И на 2 заказа также я получила скидку на каждый по $8. Так что вы периодически заходите к этому продавцу. Бывает так, если вы зашли, например, по моей ссылке, и этот набор стоит дороже, ничего страшного, подождите недельку, обязательно он будет со скидкой. Потому что я уже мониторила, вот все лето мониторила цены. И долго так почему не снимала, потому что был такой период, когда у них была платная доставка. Я переждала этот период. И, в общем-то, сейчас снимаю серию этих видео. Как раз вот сейчас в августе у них такие же цены, как и были. Так что смотрите, заходите. Если доставка платная, подождите немножко. И также цена варьируется все время. Если эти наборы по $10, ждите, они будут обязательно по 5. Эти по 14, обязательно будут по 7. Так что вот такая информация. И сейчас каждый из этих наборчиков я им открою и покажу, как обещала. И вот известный уже всем сюжет. Вот это мой набор. Dimensions. Gold Collection. Поцелуй снеговику. И вот его копия этого набора. Этот набор я купила на подарок. Я надеюсь, что это видео, потому что так как я планирую в августе подарить этот подарок, думаю, что можно уже видео показывать, и тот человек, которому я буду дарить, заранее не обрадуется, так сказать. Но некоторые наборчики я все-таки еще придержу, потому что также буду дарить. Вот. А этот вам уже смогу показать. Если есть такая необходимость, я могу сделать сравнение этих 2 наборов. Но, по-моему, я его уже делала, честно говоря. Потому что моя сотрудница уже покупала этот набор, отшивала. Жаль только, что вам не успела я показать, так как она быстро его оформила и подарила. И покажу вам. Ну, так вот, если будут желающие на сравнительный такой вот обзор, пишите. И сейчас посмотрим, что у нас находится в этом наборчике. Набор размером канва 27 на 27. Скажу, что в оригинале это 16 каунт, по-моему, 18 даже, 18
И размер его будет, конечно, гораздо меньше. Это будет 15 на 15. Ну, а здесь приблизительно 20 на 20, может быть, чуть меньше. Формат А4 схемы. Достаточно крупная схема получается. Полукреста здесь нет, а он здесь очень нужен, просится. Полный крест, бэкстич и французские узелки. Я советую, кто будет покупать такой набор, отшивать его по схеме оригинала. Вот как видим, даже на превью видно. Вот фон зашивается елочки полукрестом, шапочка в некоторых местах, лицо снеговика частично. Ну, в общем-то, я советую взять схемку Dimensions. И вот такие ниточки. 28 цветов. 28 цветов идет в этом наборе. Такой небольшой формат. Легкая работа. Ничего сложного в ней нет. Тем более вышивать по рисунку напечатанному. Снизу отображены полные кресты. Справа также вот есть частично полный крест, фрузелки и бэкстич. Второй набор. Очень такой позитивный, веселый. Эту схему я видела в журнале. Не знаю, возможно, это копия какого-то набора. Если кто знает, напишите в комментариях. Мне просто интересно. Размер 26 на 28 канвы. Еще раз повторюсь, я уже говорила в моих предыдущих видео, но возможно кто-то присоединился только сейчас. Все наборы с напечатанным рисунком 14 каунт. Полный крест. И вот, о чудо, первый набор. Видите, 3/4 крестика. Вот такие вот четвертинки. Первый такой набор. Еще у меня такое не встречалось. И бэкстич. Вот такая схемка. Нормального формата. То есть достаточно крупная на листе А4. 25 цветов. В каждом наборе 2 иглы и помпончик. Больше всего этого 24 и 25 цвет. Это у нас вот 38-41 и 52-00. Соответствие ДМС нитки. Нумерация. И вот такие вот красавцы на схеме. Как видим, здесь большие цветовые пятна. В общем-то, легкая, очень легкая работа. Вот четвертинки. 3/4 вот отображение. Отображены вот они справа. Внизу у нас полный крест, вот частично справа, и бэкстич. Легкий, красивый наборчик. Вот еще один сюжет. Также Dimensions. Счастливого Рождества. 21 на 30 размер канвы. Полный крест, фрузелки и бэкстич. Такая схемка удобная на одном листе А4. Ниточек здесь 30 цветов.
30 цветов. Вот такие красивые нитки. И очень такая небольшая, маленькая работка будет. Вот снизу указанный у нас полный крест. И остальные номера указываются уже справа. Фрузелки и бэкстич. Еще раз повторюсь, кто-то мне будет писать, что это вообще не оригинал и не получится у вас. Естественно, не получится. Эти все наборы после отшива, они никогда не будут оригиналами. Это, в общем-то, всем понятно. Эти наборы я покупаю только для того, чтобы получать удовольствие в вышивке. Все, мне необходимо, у меня есть такой период времени, когда я не хочу отвлекаться на схемы. У меня нет просто на это времени. И мне удобно вышивать именно так. У некоторых людей другие причины. Просто нравится китайский набор. Поэтому не пишите, пожалуйста, таких комментариев. Просто советую вам переключиться. Вот и все. А те, кому нравится, пусть досмотрят этот обзор до конца. Потому что именно для этих людей я снимаю подобные обзоры. Для тех, кому эти наборы нужны, нравятся, которые хотят увидеть, что же находится в этом наборе перед тем, как его купить. Вот и все. Вот такой вот чудесный набор. Мне он очень понравился. Не знаю почему, но этот набор, особенное у меня к нему отношение. Нравится мне очень этот сюжет. Я его заказала себе. Вот такая пара оленей. Не знаю, возможно, это чья-то копия какого-то набора. Но я вижу впервые этот сюжет. Опять-таки, если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментариях. 33 на 42 размер канвы. Вот схемка. Схемка очень крупная. Так что можете смело заказывать без напечатанного рисунка. Кто любит белую канву, очень крупные значки. Полный крест, никакого бэкстича, ни фрузелков, ничего нет в этом наборе, только полный крест. Согласитесь, что этот набор достаточно сложный, если его вышивать на белой канве. Посмотрите, какое смешение значков. Поэтому я его заказала на напечатанной канве с рисунком. 41 цвет в этом наборе, достаточно большое количество нитей, и вот такая большая картина будет, большого размера. Полный крест, 22 цвета у нас снизу обозначено, и остальные цвета до 41 обозначены слева. Вот эти циферки — это обозначение больших цветовых пятен для удобства. Я снимала видео для тех людей, которые первый раз видят такие наборы, как разобраться со схемой, как вышивать. Вот сейчас выйдет ссылочка в правом верхнем углу. Можете зайти по ней и посмотреть, как вышивать такие наборы для новичков. Чтобы сейчас я не объясняла, не останавливалась. Потому что знаю, что будут обязательно вопросы под видео. А все ссылки на эти наборы, на продавца, я оставлю в инфобоксе. Кому интересно, заходите. В информации вы все найдете, все ссылки. Вот еще один наборчик. В самом начале видео его не было, вы его не видели, так как это видео я сняла на всякий случай, чтобы потом вставить в какое-то из видео. Этот набор я дарю. Естественно, я его не могла показывать, пока не подарила. Если вы его сейчас видите, значит, этот набор уже подарен. Вот такой вот сюжет, очень красивый. С мальвами.
Это копия Анкор набора. Размер 44 на 38, это размер канвы. И также это первый набор, в котором я встречаю 1/4 креста. Я вам уже показывала набор, в котором был 3/4 креста, а это 1/4. Это первый такой набор китайский. Полный крест, фрузелки и бэкстич и 1/4. На формат листа А3 схема расположена. Схема мелкая. Если кто будет брать на белой канве, не очень она удобная для восприятия, скажу сразу. 50 цветов, достаточно большое количество цветов, очень много ниток, такие яркие нитки. И достаточно большая получится работа. Вот. Большие красивые цветы, мальвы на переднем плане. Красивая получится картина. Надеюсь, хозяйка этого набора вышьет его в скором будущем. И я вам смогу показать, что же получится. Полный крест. Вот снизу отображены значки. Фрузелки 1/4. И вот остальные номера. Полный крест. И бэкстич. Опять-таки бэкстич. Вы будете пользоваться схемой, вышивать так, как вы зашиваете все. И вам все равно не будет видно рисунок. Хотя вот здесь вот, вот в этих местах, я думаю, что будет видно бэкстич. А если это посредине картины, все будет зашито крестиками, и все равно придется обращаться к схеме бэкстич, к бумажной схеме. И в завершение этого видео вот такой чудесный пейзаж зимний. Мне он очень понравился. Кто-то скажет, что он очень примитивный, цвета какие-то неестественные. Но именно этим он мне очень не понравился. 46 на 37. Размер канвы. Поближе вам покажу. Расположение схемы на 4 листах. Формата А3. Полный крест. Бэкстич. И здесь также отображено полный крест. Достаточно крупные значки. Не могу сказать, что очень мелкие, но и не такие, как крупные, как бывают у них в наборах. Более удобные схемы. 40 цветов. В этом наборе очень много ниток, особенно вот эти вот тона, их очень много. Дополнительно вот еще 20-й цвет. Достаточно большая она. Смешение цветов. Это вот елочки. Так в основном это очень легкий набор. Здесь большие вот цветовые пятна, вот домик. Здесь очень большие цветовые пятна. Легко будет отшиваться. Этот набор можно вышивать новичкам. Ничего сложного. Если вот олени были предыдущие, все-таки новичкам не стоит пока брать. Хотя тоже можно, потому что напечатанный рисунок. И... Но для того, чтобы получить удовольствие, я думаю, что необходимо начинать с чего-то легкого. Но это лично мое мнение. И желательно, конечно, начинать с более маленьких форматов. Но этот набор легкий, даже несмотря на то, что он большого формата. Снизу отображены значки. Это полный крест, вот по 30-й цвет снизу. И вот еще десяточка отображена справа. И бэкстич.
бэкстич все равно вам придется отшивать по схеме, используя бумажную схему. И вот такой вот обзор я вам сегодня сняла в этот жаркий летний день. Сегодня у нас август. Сегодня, вот я снимаю 5 часов вечера, 35 градусов в тени. Очень жарко, вот только сейчас появился какой-то ветер. Вот даже падают у нас бутылки. Так что, я так думаю, что вы уже это видео будете смотреть осенью. Не удивляйтесь, еще раз говорю, что я на даче и вокруг меня цветы. Вам я желаю удачных покупок, хорошего настроения и до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!